Всем привет, с вами Шет, и сейчас я хочу поделиться с вами впечатлениями о Руманьконе. Вот только-только придя с этой выставки, вот только придя домой, я решил записать видео и рассказать вам о том, как там все было. Как же там все было-то, а? И начну издалека. Меня звали на этот Руманькон еще когда он только организовывался. Но я почему-то отнекивался из-за своего врожденного скептицизма ко всему этому. Но почему-то в последний день, вот сегодня, когда он есть, я провел стрим и помчался туда, потому что подумал, что такой шанс бывает только раз... Ну, не знаю, короче, неизвестно, когда он будет в следующий раз, и поэтому я пойду на него лучше сейчас. Вот. Поехал, да приехал, и знаете, я там увидел столько всего интересного, что просто не ожидал. Я был вообще в абсолютном ауте, когда это все увидел, когда понял, что стараниями всего идеи четырех людей, несовершеннолетних, даже, по-моему, не все были совершеннолетние люди, просто подростки, они собрались и организовали вот такую офигенную вещь, которой могут позавидовать даже, мне кажется, организаторы некоторых выставок. Там было большое помещение, арендовали, сняли на день, то есть огромное светлое помещение, в котором была игровая зона с Oculus Rift, там, где был Майнкрафт, с Xbox, где был Майнкрафт, со всякими, компьютеры просто стояли. В этом зале были всякие сувениры, футболки, головы криперов, там всякие кирки, мечи, все такое прочее. Было офигенно здорово, просто потрясно. Сверху была эта зона еды, там где сидели, там диванчики все кушали, кто-то там всякие сэндвичи, кофе пил, еще всякую всячину. Ну, все подобное. И был просто огромный, просто охренеть какой огромный зал, снятый для презентации. То есть... Там был большой экран, там было несколько сотен стульев, наверное. Зал был забит под завязку, там сидели, все смотрели видео, там были Craft Wars, были летсплееры, которые рассказывали про то, как строить, про еще что-то. К сожалению, я пришел к концу и много чего не застал. То есть, когда я пришел, да и увидел кучу людей, мне сказали, что это еще... Это все, что осталось. Там очень большая часть просто ушла. Я такой, обалдеть. Раздал автографы, встретился с частью своих подписчиков, зрителей, которые подходили ко мне, просили автографы, сфотографировались со мной. Это было просто офигительно. Ребят, я, если честно, сильно поражен, потому что... Вы только представьте, что все возможно, на самом деле, в мире все возможно. Люди захотели, вот просто летсплееры захотели сделать такую вещь, вот сделать русский Майнкон. И они сделали его. Вообще, что такое Майнкон? Встреча для майнкрафтеров, я не знаю, все посвященное Майнкрафту. То есть, типа игромира, только Майнкрафт. И в России его не было. Он был только европейский и американский, по-моему. Вот. И наши решили просто вот... Мне это поражает. Просто ребята решили сделать и сделали. Это офигенно. Это доказывает, что было бы желание, и все возможно. Все, что хотите. Это дало мне, на самом деле, обалденный заряд эмоций, очень большой заряд сил. То есть я могу... Все эти видео, все это не напрасно, это не зря. То есть одно дело, когда ты сидишь дома и записываешь видео, видишь комментарии, то есть, ну, читаешь все через интернет, а совсем другое дело, когда ты видишь своих подписчиков, видишь вас вживую, как ты говоришь с вами, смотришь, что всем, ну, что людям это нравится, кто-то приходит, это обалдеть, как здорово. Это добавляет мотивации просто плюс 100-500. И хочется делать видео, хочется вас радовать, хочется вообще все подряд делать. В общем, ребят, если в следующем году будет Руманькон еще, если там соберутся, организуют, я обязательно хочу быть среди организаторов, я обязательно хочу заниматься этим, заниматься вот организационными вопросами, всем делом. Я обязательно хочу заниматься организационными вопросами, обязательно хочу быть среди тех, кто организовывает это все, или саму что-нибудь сделать, не знаю, пока еще не знаю, но мотивация и энергия это дает просто тучу, офигеть как много. Ну что ж, жалко, что кто-то не был на этом Руманьконе, кто хотел пойти, но всем, кто пошли, огромное спасибо, было потрясно, мне очень понравилось. На этом все, ребят, не пропускайте такие события, и всем удачи, всем пока! Привет! Сейчас они смотрят какие-то ролики, но сейчас скоро все начнется. Окей. Еда была, то есть, да? Была и вода, и еда. Шет, привет! Если я сейчас не могу помочь, то...